Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета». В студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях ученики Одинцовской гимназии номер 7 и учитель истории и обществознания Владимир Владимирович Кафганов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Пригласили мы вас сегодня не случайно. Совсем недавно в вашей школе проходили выборы президента гимназии. И сегодня в студии кандидаты, ну и, конечно же, президент. Но сохраним интригу, не будем говорить, кто это пока. Владимир Владимирович, я знаю, что не первый раз проходят в вашей школе выборы, и достаточно часто такая форма используется. Да, у нас, в принципе, проект, и все, мы продолжаем. Был у нас проект «Международное содружество молодежи», как вы помните. И 2 года назад мы открыли еще один проект, который называется «Молодежь. Референдум. Мир». Вот. С сентября 2017 года, в принципе, мы ввели практику проведения школьных референдумов и выборов председателя совета старшеклассников, но некоторые называют пока президент. Но звучит но просто звучит, согласен, лучше, правда? Звучит так, председатель да. и президент, как-то, ну, две большие разницы. Да, то есть у нас эта система уже апробирована. Референдумы посвящались и мнению обучающихся о введении пятидневки, о необходимости введения департамента образования и другие вопросы, которые проходят вот через референдум, основные вопросы жизни не только учительского коллектива, педагогических работников, не только родительской общественности, но и, естественно, прежде всего, это вопросы, касаемые внеурочной, внешкольной деятельности, работы, организации отдыха старшеклассников, да, в принципе, не только старшеклассников. А и все-таки вот в выборах, вот все-таки да. выборах принимает участие все ученическое сообщество, голосуют ли преподаватели, или все-таки они, как сторонние наблюдатели, присутствуют на выборах? Так как по уставу гимназии у нас соуправление, то есть педсовет, педколлектив, председатель педсовета, значит, родительский комитет. И по уставу положено, чтобы была третья сила, это совет старшеклассников во главе, как мы говорим, с президентом. Если ранее мы проводили выборы только с участием обучающихся, то в этом году нам старшеклассники разрешили пойти на эксперимент. Сначала принимали участие представители родительской общественности в этих выборах, затем обучающиеся и начальная школа, и старшая, и желающие представители педколлектива и администрации. Единственное, что нам разрешил ученический комитет, это несколько разную форму бюллетеней. То есть бюллетени ученические были цвета такого солнечно-желтого, а взрослых они оранжевого цвета. Ну, все-таки, чтобы... Но все-таки выборы-то настоящие, ну, да, то есть конечно. Есть бюллетени, есть да, урны для бюллетеней, есть комиссия, есть кабинки. Да, самое есть главное, наблюдатели. Есть предвыборные кампании. Кампании. Ребят, ну, расскажите несколько слов вообще, что вас подвигло выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента гимназии. Ну и, конечно же, хотелось бы услышать несколько слов о вашей предвыборной кампании. Хотел бы начать с маленькой предыстории. 3 года назад у нас был один учитель, женщина, которая уволилась через некоторое время. Ее класс возглавлял шефство над младшими классами. С тех пор прошло 3 года, и ни один президент с тех пор, как не пытался, он так и не смог добиться шефства над младшими классами. Вот. Я решил исправить это дело и все-таки попробовать. То есть ты на этом именно построил свою предвыборную кампанию? В основном, да. То есть ты хочешь, чтобы старшеклассники, и видишь это, чтобы как это работало? Чтобы старшеклассники полностью помогали своим младшим друзьям? Не то, чтобы помогали, чтобы они делились опытом, что будет в будущем, на что лучше обратить внимание, чтобы не было никаких ошибок, которые могли допустить старшеклассники. Еще. А каким образом вот, будет происходить передача этого опыта от старшеклассников к младшеклассникам? Это... Ну что это будет? Совместные встречи, акции, уроки будут старшеклассники проводить, может быть, классные часы. Как ты видишь, вот, как может быть часы? Реализована твоя идея? Это как классные часы. Знаете, бывает, у нас в школу приходят разные рекомендации колледжей,
или институтов, что-то в этом плане. И вот то же самое, как бы старшеклассники запланируют одно время, где соберутся младшие классы вместе с несколькими старшеклассниками, чтобы они могли рассказать о том, что их ждет в будущем, чтобы помочь им в обучении, чтобы им было намного комфортнее. У нас, помимо Глеба, все-таки у нас три кандидатуры были, да, на пост президента. Были больше две, было. Даже было потом больше, скажу, да? Но остальные все-таки не дошли до финала. Ну, то есть в финал вышло тройка лидеров, один молодой человек и две прекрасные леди. Анастасия, что сподвигло тебя вступить за гонку, за президентское кресло? Ну, изначально у нас в классе поступило такое предложение, чтобы нужно было выбрать кандидата. И вообще изначально у нас даже в классе проводились некие выборы, то есть у нас было 4 человека, которые могли бы пойти для этой возможности, раскрыть себя, попробовать. И изначально мои одноклассники также... У них был шанс проявить себя в этом, но все выборы остановили на мне, и я решила, что, ну, почему бы не попробовать. И, наверное, первое, что я бы хотела сделать, это улучшить вожатские группы, то есть, ну, тоже поработать с маленькими детьми и, возможно, проводить у них больше каких-то развлекательных мероприятий. А также хотелось бы больше мероприятий проводить, связанные с физической культурой, то есть у нас есть соседняя школа, и можно было бы с ней сделать какие-то спортивные мероприятия, соревнования, ну, не только спортивные, и я думаю, что это было бы неплохо. А все-таки, вот на твой взгляд, президент какими должен обладать качествами, именно президент школы? Ну, я думаю, он должен быть целеустремленный, то есть, чтобы, если он поставил цель, он должен ее добиться. Также он должен быть внимательный, прислушиваться к мнению окружающих, чтобы, как бы, он не только делал то, что он хочет, но и прислушивался к мнению окружающих людей. Владимир Владимирович, Настя уже сказала о том, что сначала выдвижение кандидатов происходило внутри класса. Да, было. То есть, по параллелям. Угу. Как вообще осуществлялся весь этот процесс? Весь процесс... До 8 февраля, до самих выборов, занял у нас 2,5 месяца. Потому что необходимо было предложить всем, это же не игра все-таки, предложить всем желающим. Причем критерии были не только человек должен быть успевающим на 4,5. Это хороший критерий, но я думаю, что это не самый главный был критерий. Главное, у нас, у старших, была возможность предложить нашим обучающимся. Не в теории, ведь в обществознании мы изучаем избирательное законодательство, функции, полномочия всех ветвей власти и так далее. Одно дело, что мы это изучаем теоретически, другое дело, что это нужно было попробовать. Тем более, что 9 класс сдают 77% сдают ОГЭ, 11 классы тоже около 70%. Поэтому на практике предложить им попробовать стать молодыми политиками. Про статус президента вы спрашивали, и я скажу, что у нас прописана такая фраза. На уроке председатель совета старшеклассников, он же президент, является обычным учеником. И многие кандидаты, которые, видимо, думали, что политика, и в политику идут люди для того, чтобы что-то лоббировать свои для интересы. Себя, да, они как-то очень так аккуратненько сами по себе отпали, но политикой все равно они продолжают интересоваться, поэтому я говорю, те, кто прошли предвыборную кампанию, они же готовили, все кандидаты готовили и агитационные плакаты, листовки. Через социальные сети были очень серьезные дебаты. Я скажу честно, что судя по, вот как политтехнологи говорят, судя по соцсетям, можно определить, будет второй тур или нет. У меня было предположение, что будет второй тур, потому что некоторые кандидаты, которые шли, как вы говорите, лоббировать свои интересы, они объединились в так называемого кандидата «Зеро», которые проводили антиагитацию. То есть агитация была против всех. Поэтому в бюллетенях мы ввели какую графу? 4-ю графу. Против всех, потому что, ну как же, мы же не можем выбросить тех, кто все равно желал принять участие в выборах. И так получилось, что всего лишь 9% на реальных выборах поставили свои отметки, значки напротив кандидата против всех. Я так понимаю, что борьба разыгралась нешуточная.
Но не привело ли это к каким-то ссорам? Вообще, как вот в классе все это обсуждалось, Настя? Нет, ссор у нас не было, то есть все было в порядке, потому что некоторые ребята даже изначально не особо горели желанием, но просто решили как бы принять участие. Поэтому все было в порядке, и большинство согласились, что все-таки пойду в кандидаты я. Ну и до конца, наверное, поддерживали, да? Да, поддерживали, конечно. Переживали, считали все. Кстати, кто вошел в счетную комиссию, Владимир Владимирович? Значит, счетная комиссия у нас, так скажем, состоявшаяся. Это нынешние ученики 11 класса. Они с нами работают на выборах вот уже 2 года. Вот в течение реализации этого проекта. А представители 11 класса у нас обычно наблюдатели и группа охраны. Вот. Потом они же обеспечивают при подведении итогов, урна же, бюллетени изымаются, идет полный подсчет, составляется протокол, все как положено, наблюдатели называют свои замечая нарушения, которые могли быть при проведении выборов. Так что все серьезно. Очень бы хотелось узнать, на что ты делала ставку в своей программе? Скорее, я делала ставки больше на свою как бы деятельность, такую, как бы я являюсь, можно так сказать, вокалистом. В школе меня все знают как достаточно состоявшегося вокалиста. И как бы многие увлекаются вокалом или чем-то определенным, там, танцем или чем-то другим. И часто ко мне подходили люди и говорили, как ты начала этим всем заниматься. Я просто говорю, что это все школа дала мне это. Раньше, когда первый класс был, это просто был тихий ужас, скажем так. Я боялась буквально всего. Я начала, начиная, наверное, с 5 класса, я начала помогать детям, говорить им, что не бойся, все будет хорошо. И меня просто сподвигнуло создать такой пунктик у себя в программе. Это как КВН. КВН всегда был в нашей жизни, и шутки, и так далее, и тому подобное, для нас очень важны, они как бы являются частью нашей жизни, и... То есть ты бы хотела, чтобы команда КВН появилась в вашей гимназии? Как бы, да, она появилась бы в каждом классе, или в каждой параллели, и был бы конкурс, который также назывался бы КВН, Одинцовская гимназия номер 7, и... Многие люди бы принимали в нем участие и открывали себя в новом виде искусства. А вот, Владимир Владимирович, ну, очень много хорошего, нужного, важного затронули каждый из кандидатов в своей программе. Понятно, президент один. Но, тем не менее, вот те пункты интересные и нужные для школы, они могут быть в будущем реализованы? И могут ли они взять, ну, быть частью каких-то новых проектов, возможно? Конечно. Конечно, да, потому что у нас была договоренность с участниками предвыборной гонки, что все в новом составе Совета старшеклассников получат должности. То есть кто-то будет реализовывать и духовно-нравственное направление, кто-то организовывает шефскую работу, кто-то будет организовывать элементы экономической игры. Потому что для того, чтобы определить, в конце каждого учебного года лучший класс в параллели, мы введем свою внутригимназическую валюту. Конкурс уже идет. Точно так же предложения поступили всем классам. То есть они изображают виды общегимназической валюты. Названия очень разные. От талантов, один талант, там пять и так далее, до планет. В общем, конкурс пока продолжается, но реализовать через экономическую игру, через суть вот этой экономической игры в том, что каждый класс получит, во-первых, стартовый капитал, во-вторых, конечно, будут озвучены, вывешены все статьи доходов, штрафы, то есть и расходов, вот, и по итогам того, какое количество денег соберут определенные классы, совет старшеклассников будет определять победителя сам лично. Не администрация, не педсовет, не родители. Они будут определять по своим критериям, ученический совет старшеклассников будет определять по своим целям. Может возникнуть вопрос, не слишком ли это меркантильно? Нет. В нашей жизни есть деньги, поэтому почему бы и нет? Ну, с другой стороны, это уже с самого раннего возраста приучает, да, ребят к обращению, правильному обращению с деньгами.
и учат их правильно, наверное, зарабатывать, расходовать и не совершать те или иные поступки, чтобы не наткнуться на штрафные санкции, которые вот, вот. Тоже могут быть в нашей жизни. Ну, к сожалению, это уже обыденность. Карин, вот мне бы хотелось такой момент спросить. На твой взгляд, честно ли проходили выборы и довольна ли ты результатами выборов? Результатами я, естественно, недовольна, поскольку я достаточно сильно расстроилась, но я как бы свыклась с этим. Выборы проходили, естественно, честно, были люди, которые следили за нами. Все проходило в определенном месте, которое было ограждено, никто ничего не видел, были. Но подсчеты были честные. Да, подсчеты были однозначно честными. Я не могу сказать, что тот или иной класс мог наврать или сделать так, чтобы кто-то другой выиграл, а кто-то проиграл. Давайте мы снимаем интригу, да, Карина уже сказала, что она в выборах, к сожалению, проиграла. У нас Анастасия тоже в финале уступила, в общем, две прекрасные барышни, ну, вот, не по-джентльменски Глеб ты себя повел, не по-джентльменски. Между прочим, ты, не по моей вине. Глеб Малышев стал президентом Одинцовской гимназии номер 7. Карин, дай микрофон. Когда были подсчитаны последние голоса, и ты уже понял, что все, твоя кандидатура номер один. Что ты первое почувствовал? Честно говоря, я не ожидал того, что я смогу победить в этих выборах, поскольку меня вообще малая часть школы знает. У меня не так много друзей в этой школе, общаюсь не с многими. Скорее всего, я думал то, что победит Карина, поскольку она участвовала во многих конкурсах, соревнованиях, участвовала там в разных проектах. Вот. Я на себя мало надеялся, на самом деле, но делал то, что нужно было. У нас были определенные задания на то, чтобы выдвигать свою кандидатуру на примере газеты, своей агитации. Вот все, что нужно было, по плану я сделал. Я старался привлечь ребят не так, знаете, как подойти, типа, давай ты проголосуешь за меня, а я вам тебе помогу, если что, звони. А вот. Я пролоббирую чуть позже твои интересы, да, там договоримся с преподавателем по оценкам. Этого не было? Не было этого. Ко мне часто подходили старшеклассники, ну, как подходили, проходили мимо, и говорят, ну, привет, будущий президент. Мне каждый раз, когда слышал эту фразу, меня очень грело душу, то есть меня это мотивировало идти дальше. То есть ты верил? Ну, да, вера появилась благодаря остальным гимназистам. Ты стал президентом, да. Твои дальнейшие шаги, будешь ли ты четко следовать своей программе или, возможно, у тебя сейчас немножко иное видение на то, какой должна стать деятельность президента гимназии? Я все же отстаиваюсь на своей программе, но для того, чтобы реализовать ее, мне нужно собрать команду наших гимназических министров. Вот, я сам должен найти всех людей, кого-то рекомендуют учителя, кого-то я знаю сам лично, кто мог бы подойти. Нашел буквально за 2 недели человека 3. Я ожидал большего, конечно, но я стараюсь изо всех сил. Девчонки, войдут ли они в твою команду? Пригласишь ли ты бывших соперниц? Конечно, войдут. Я с ними даже и не соперничал, на самом деле. Было все без ссор, без шума, все по-дружески. Ну, как по плану, как бы три кандидата, и каждый занимает свой пост. Вот первое, как вы знаете, это президент, вице-премьер и координатор. То есть посты вот у нас уже между нами расставлены. Осталось найти буквально 8-9 человек. Ну, я думаю, что благодаря в том числе программе «Моя планета», я думаю, гимназисты, которые сегодня посмотрят, они услышат твой призыв и, возможно, сами подойдут к тебе и скажут: «Глеб, мы готовы. Мы готовы поддержать тебя в твоей деятельности». Настя, бери микрофон. Ну, ты тоже расстроилась? Ну, отчасти, да, конечно, я расстроилась, но все же я думаю, что это справедливо, так как у Глеба тоже очень хорошие планы. Я думаю, что он будет очень хорошим президентом. Пожелаю ему удачи. Спасибо. Ну, ты готова влиться в его команду, да, и реализовывать его программу, свои какие-то планы, идеи, то, что есть, конечно же, у Карины, у тебя?
Да, конечно, я буду подходить, если меня что-то будет интересовать, или если я хочу что-то изменить, я, конечно, подойду, поговорю, и, возможно, мы найдем компромисс, сделаем что-нибудь вместе. Я готова. Вот все-таки это игра или это уже настоящая жизнь, Владимир Владимирович? Я не думаю, что это игра, потому что реально мы закрепляем знания, которые получаем теоретически по праву, по политические знания, то есть мы их реально закрепляем. И я просто уже понимаю, что дальнейшая работа, она будет связана с тем, что помимо школы молодого политика нужно будет обучать все министерства, то есть реально с положениями, возможно, с уставами, это уже они сами определят. Но то, что работа не игра, а реальная, это кроме элементов экономической игры. Там игра. Там не натуральные деньги. А все остальное, все серьезно. И вот эти 2,5 месяца, которые прошли, когда мы проводили все наши этапы избирательной кампании, собирались с координаторами в нашем кабинете постоянно. Это нужно было несколько раз объяснять, для чего мы продолжаем эту работу, какие функции у председателя совета старшеклассников, какой статус там и так далее. То есть все координаторы доносили информацию до каждого класса. Я понимаю, что работа будет, ну, серьезная будет работа. Владимир Владимирович, как вы считаете, вот если заглянуть немножечко вперед, вот все-таки, когда ребята вырастут, повзрослеют, им исполнится 18 лет, они пойдут на уже официальные выборы или все-таки они от них отмахнутся? Нет, я уверен, что и присутствующие здесь актив, и тот актив, который работает в гимназии, не только актив, они пойдут, потому что они понимают, и, в принципе, наша задача, преподавателей, моя задача, объяснять, что без их участия ничего само по себе не произойдет. Но, опять же, они видели воочию, что важен каждый голос, все прозрачно, все честно, и побеждает сильнейший. Поэтому я уверен, что политическое участие у нашей молодежи очень активное впереди. Что бы вы пожелали новому президенту Одинцовской гимназии номер 7? Новому президенту, он же председатель совета старшеклассников, очень грамотного сотрудничества со всеми координаторами классов. Ну а потом уже мы совместно будем, у нас же соуправление все равно, совместно будем выполнять то, что наметили. Причем все программы, как вы слышали, все программы, они все равно солидарны. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока.